Рига-Запорожье. Рига-Запорожье, Украина. Запорожье, Украина. 2-3 балла вижу, прием. О, хорошо, добрый день. Это первое QSO в этом году. Здесь 11:39. Запорожье, Александр, QSL 5-9. Да, Александр, принято. 3-5 сейчас вышло там, да, за 5. Здоровья, всех благ желаю. Рад был встрече и 7-3-3. А какую антенну используете? Антенна ЕГА 4 элемента. Вот в вашу сторону где-то и направлена, прием. Ну вот, Виталь, я и говорил. Послушайте моего товарища Виталика. Виталика с Запорожья. Виталь, давай. Да, спасибо. Рига, Запорожье, принимайте. Рига, Запорожье. Доброе утро. Кто подходил еще в Запорожье, я так понял. Рига 012, прием. 012, Рига, Запорожье, принимайте. Здесь Виталий, город Запорожье, например. Виталий, 012, не принимали его, да? Не продержусь, принимаю. Вот, ну, видишь, не добиваю. Делаю еще одну минуточку. Запорожье в канале, еще прием. Да, Запорожье здесь. Послушайте, там Виталик. Виталий звать его. Он сейчас будет вас звать. Виталик, давай. Запорожье на частоте. Запорожье на частоте для Риги. От вас там еще станция была, да? Я так понял, прием. Ну, короче, вы не принимаете. Да, была, но вы не принимаете ее. Окей, хорошо. Спасибо большое за QSO. Счастья, здоровья вам на Ригу и всего хорошего с Украины. Да, спасибо. Тоже всех благ. Здоровья, 7-3-3. Видишь, Виталь, квадраты рулят. Ну да. Ну и ты подкинул, конечно. А я только обратил внимание, что сейчас накрутил, блин. Я думал, я тут на всю, тут полтинничек всего. Ну, ничего, что такое дело.